настроение хорошее, дома отдохнули немножко, потому что работа была до этого тяжелая, скоростная, такая загрузочная, надо было хорошо отдохнуть. Это как бы самое главное. Да, этап остался последний, подготовительный, и здесь, так скажем, надо все на лыжи перенести, то, что мы летом наработали. Вот, поэтому я думаю, что чуть-чуть доработаем, и уже все вперед в бой. Ну, для меня, в принципе, прошел хорошо. Я говорю, что я всю работу, которую тренер запланировал для меня, я ее всю выполнила. И работа была, ну, действительно тяжелая, много скоростной, много силовой. Постояли на лыжах, и я была довольна сбором, тем, как я его провела. Ой, вообще немного. В межсборе вообще много не бывает. Ну, дома побыла, естественно, тренировалась, были легкие тренировки, но в основном занималась там какими-то своими организационными делами, летала в Москву. Постоянно за рулем, ну, как бы, хорошо. Родителей увидела. Да, вижусь каждый день по скайпу, по вайберу. Они сейчас в Тюмени на вкатке, но планируют тоже прилететь в Норвегию через 2 недели, так что увидимся там. Лучше, уже лучше, он уже и на роллерах стоит, и на лыжах стоит. Ну, конечно, нога еще как бы дает о себе знать, потому что травма была непростая, вот. И пропущено было много времени, но я думаю, что к Олимпиаде он сможет нормально подготовиться. Да, у меня, в принципе, состояние было хорошее. Я думаю, что это в какой-то степени оно меня и подвело, потому что ход был хороший. Я чувствовала, что я догоняла после лёжки. И то есть и все меня гнали, и реально я не справилась эмоционально, потому что у меня просто борьба, азарт захлестнули. И, как говорится, я просто приехала мимо рубежа, я стреляла. И просто я вообще не чувствовала стрельбы, куда я стреляю. Куда выстрел, что я делал, просто уже по факту. Блин, три, что я вообще натворил? Просто голова отключилась, я просто погналась, как говорят, как тупая лыжница. Поэтому, ну, наверное, нужно было это немножко пережить, чтобы так голову на место мне поставило. И, короче, надо быть более спокойнее и эмоциям не поддаваться, уже все эмоции на последнем кругу выдавать, а не точно не перед стрельбой. Ну, я довольна, то есть я довольна скорострельностью своей. И вообще, в принципе, стрельбой, потому что, в принципе, этот сезон, наверное, первый, когда я ничего не меняла в ложе, нового ничего не делала, вот, а просто уже как бы с весны работала с ним, и все. То есть, ну, как бы мне трудно сейчас оценивать, но, в принципе, старты показали контрольно, что со стрельбой, в принципе, это все нормально. То есть, главное эмоционально справляться, не гнаться, не хотеть сильно, а просто тупо работать, спокойно работать. Честно говоря, мы, в принципе, каждый год улетаем в октябре, возвращаемся в апреле. То есть это как бы нормально. А плюс то, что Олимпийский год, ну, это Олимпиада, тут как бы тут других вариантов нет. Тут надо просто работать, к своей цели идти и все. Чтобы, главное, все делать, все для результата.